Всем привет! Вы на канале Диана Роза. И сегодня мы будем делать еще один Dream Catcher. Просто это будет из... Ну, как вы видите, хули-хупа. Я буду на обруч наматывать пряжу. И надо сильно держать. И пока вы держите, надо три раза вокруг сделать обруча. Вот так. А потом, когда вы сделали, надо вот так подтянуть. Так, потом вот этот, потом можно поменять, что у меня получится в конце. Посмотрите, что у меня получилось. Вот такая красота. И вот, вот эту салфетку придется на середину. Вот так. Ну не на ковер уж. Я буду использовать розовые нитки, эту ткань. Вот так. Видите, что у меня получилось? Вот такая красота. Еще сюда надо повесить много лент внизу. И чтобы сделать эти ленты, надо напополам. Будет, а потом, когда у нас будет половинка, потом сгиб надо засунуть в дырочку, и у вас должна вот такая дырочка образоваться. Потом туда надо вот засунуть в эту дырочку вот эти две сторонки, а потом потянуть. Потом у вас вот так должно получиться. Надо согнуть пополам. Потом вот, как мы опять делали. И опять должна образоваться у нас петелька. Ну, можно сказать, дырочка. Потом до конца вот так. Должно выйти, а потом вот так мы тянем, и потом вот так должно быть. Можно добавить бусинки, как я сделала. Вдеваем бусинку, а потом завязываем уголок. Вот так. Это не потуже. Вот. Для этого понадобится 6 веревок. 2 и 2. Потом любую из этих сторон берем. У меня тут что-то серединка не туда пошла. О. Косичку делать? Да, косичку. О. Вот так начинаем. Потом я люблю вот так. А вам нравится делать косички? Вот мне очень. Но я не каждый день делаю. Потому что а то у меня бы каждый день, каждое видео... Было бы про косички. Друзья, а вы знаете, для чего нужен ловец снов? И это как паутинка, и она задерживает хорошие сны, а плохие просто проходят через нее. Ну, это просто такая история.